Девушка. Послушай, девушка. Я не знакомлюсь. Да нахер ты нужна? От машины отойди, только помыл. Анечка, здравствуй. Хотела тебе кое-что узнать. Ты не знаешь, кто в подъезде писает в лифте? Нет, Нелли Александровна. А я теперь знаю. Это ты? Я посмотрела по камерам. Мне дома в туалет некогда сходить. Поэтому ты в подъезде и писаешь. От тебя муж поэтому и ушел, потому что ты сыкух. Смотрите, прикол. Я нахожусь на заправке ВОК. И на заправке ВОК есть такая, короче, штука, типа как набор Лего в виде сборной такой самой, как бы, этой заправки. То есть для ребенка такая вот игра, и в то же время с брендом и с рекламой. По-моему, очень круто. Мы нашли с тобой, что искали. Джавана, моя царица ритма в капуэйра. Ты моя... Николай Петрович, можно мне два крепких мальчика? Конечно, Лидия Ивановна. Вам, наверное, что-то тяжелое надо перенести. Да, разлуку. Посмотрел ТикТок, все молодые, кайфовые, стройненькие, такие в юбочках, в шортиках, в лосинках, в город вышел. Старая, страшная, ужасные вообще какие-то, толстые, где-где это все, где...